Как мне успокоить ум? Это прекрасный вопрос. Твой ум очень шумный сейчас, не так ли? С чем связан этот шум? Он думал о том, как ему правильно задать этот вопрос. Хорошо. Итак, твой ум думает о будущем. О чем еще он думает? Он также думал о том, во сколько будет обед, когда будет обед. Когда будет обед, это очень простая мысль. Она не причинит вреда. Кто среди вас испытывает чувство голода? Такова природа ума. Природа ума – уводить вас в будущее. Ваше будущее касалось вопроса и еды. Или он уводит вас в прошлое, в ваши обиды, разочарования, грусти и неприятные переживания. Это все, на что способен ум. И для того, чтобы успокоить этот ум, с чего вам нужно начать? Это выполнение практики безмятежного ума. Пока вы будете бороться с умом, говорить ему, что обед будет через 15 минут, чтобы он сидел тихо, ваш ум не будет вас слушаться. Он скажет вам, а что, если она будет выступать дольше, и перерыв на обед задержится? Или, а вдруг еда будет невкусной? Таким образом, ваш ум будет продолжать болтать, если вы будете с ним бороться. Он не остановится. Если вы по-настоящему хотите, чтобы ум успокоился, вам надо наблюдать за своим умом. Когда вы наблюдаете за умом, он успокаивается. Пожалуйста, поймите, вы не можете с ним бороться. Даже если вы будете бороться, вы никогда его не победите.